Добрый день, я приветствую всех в эфире. И сегодня я хотела бы прочитать свое стихотворение «Музыка жизни». Такое вот настроение. Музыка жизни, природы и солнца, и ключ к новой жизни открыл нам оконце. Небесные мысли спускаются свыше. Ты можешь их слышать, они уже ближе. Прохлада и нега журчащих мгновений, рифмованных строчек, любви и дуновений. И что же приближен мой путь зодиака? Я чувствую сближен иероглифа знака. Природы явления, земля вся колышется, и ее очищение все это слышится.